Французские фанаты футбола на стадионе в парке Гагарина. Такое удивительное зрелище увидишь не каждый день. Дело в том, что в День молодежи на футбольном поле встретились две сборные – любительские – Самара и Парижа. Физкультурники с берегов Сены приезжали на форум Иволга, когда узнали, что в Самаре любят футбол так же, как и во Франции, решили сыграть товарищеский матч. Спасибо Самарскому дому молодежи, которые помогли организовать этот матч. Игра получилась интересной. Надеемся на реванш. Сборная Самары – сильная команда. В товарищеском матче Самара-Париж первыми забили французы. Однако уже через несколько минут местные футболисты не только отквитали пропущенный мяч, но в итоге и разгромили соперника со счетом 7-2. Победу самарцы объяснили просто. Было бы больше таких полей, и, соответственно, был бы уровень футбола такой же, как во Франции, в Голландии и везде-везде. Кстати, у ребят очень неплохой уровень, хотя, я так понимаю, они больше по творческой части, нежели по футболу. Они большие молодцы, они очень хорошо поиграли. Нам игра очень понравилась. Отметили День молодежи в парке Гагарина и ветераны комсомола концертом таких популярных объединений, как «Самарские барды» и «ГМК-62». Работала площадка «Комсомолу юность моя», посвященная всероссийской эстафете грядущего юбилея комсомола. Советник губернатора Самарской области Борис Ардалин родом из ВЛКСМ. То время вспоминает с удовольствием. Именно тогда у него появились настоящие друзья, которые помогли пройти настоящую школу жизни. Ведь комсомол участвовал в подготовке и проведении таких грандиозных событий в СССР, как Международный фестиваль молодежи и студентов, Московской олимпиады, занималась организацией и мероприятиями местного уровня, начиная от культурных и спортивных праздников в заводских цехах, заканчивая в масштабах городов и районов. Комсомол воспитал огромное количество людей, в том числе государственных, политических деятелей, командиров производства, тех, которые создали нашу великую страну. Ведь комсомол, он как бы был единый, но учитывал все интересы, и школьной, и студенческой, и рабочей молодежи, и организация. Везде были ячейки, везде были мероприятия. Современная самарская молодежь тоже активная. Местная общественная организация регулярно проводит концерты, соревнования, спектакли, фестивали. Чего только стоит молодежный форум «Иволга», о котором уже знают за границей. Плечом к плечу мы движемся к тому, чтобы построить вот это формирование молодежи в Самаре как полноценного человека, чтобы он мог себя чувствовать уверенно, достойно, как гражданина города Самара. Для проведения всероссийского праздника, посвященного столетнему юбилею ВЛКСМ, создана организация «Воспитанники комсомола. Наше Отечество». В феврале в Санкт-Петербурге стартовала эстафета социально значимых дел навстречу столетию комсомола. Самара провела свой этап с размахом. Ветераны комсомола побывали на молодежном форуме «Иволга», открыли студенческий сезон, работу стройотрядов, которые существуют в нашей области, кстати, уже полвека. Один из стройотрядов поедет трудиться на космодром «Восточный». Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.